Всем привет! Сегодня 27 апреля, утро. Выхожу на рыбалку, на очень интересную рыбалку, в лес, в затопленный лес. Сейчас идет паводок, вода сильно поднимается, сильно пришла. И вот такие небольшие водоемы, которые были до этого сухие, сейчас наполнились водой. И, скорее всего, сюда зашла рыба. Вон там вообще завалы конкретные. Вот здесь я сегодня хочу попробовать половить. Вот здесь более-менее открытый участок, где нету такой вот завалов. Это все, считаю, вот этот весь мусор это подняло. Здесь воды же не было, здесь было сухо. В этом леску так классно. Птички поют, приятно. Сегодня ветер вообще очень сильный. А здесь тихо всегда. Здесь всегда тихо. Сейчас пару червей насажу. Вообще хочу посмотреть, зашла ли сюда вобла, поднялась ли с низов. Это самая интересная рыбалка. Я, кстати, давно воблу не ловил. Я имею в виду интересная рыбалка именно на воблу. Вот в таких местах. На удилище ультралегкое. Раньше ловили на камышинке. Поплавок. Вот он. Наверное, немножко подниму. Ну, буквально здесь сколько? Сантиметров 40, наверное. Нижний крючок. Два крючка. Вот и сразу поклевка. Ух ты! Смотрите, густера какая хорошая. Во! Пускай не вобла. На такую удочку, на такой речке. Это просто шикарно. Шикарный улов. Так. Кто там следующий? Что-то не фокусируется. Ну, поклевки сразу идут. Вобла. Вот она, первая вобла. Но такая. Такую, наверное, надо спускать. Сейчас вообще какая-то мода пошла. Уже несколько лет. Люди с самых низов ее начинают ловить. За ней гоняться, за этой воблой. Вот сюда закину. А раньше всегда вот, вода подошла, рыба зашла, и ловишь ее в ближайшем водоеме от дома. Никогда не было такого, чтобы куда-то надо за воблой ездить. Вобла стала намного меньше, конечно, из-за этого, видать. Явно меньше ее стало. В общем, вобла мелкая здесь стоит. Но еще только подъем начался. Здесь мелко все равно. Еще пока не заходит особо. Это может быть местная. Вот эта густерка заходит. Иду дальше. Что-то меня не особо впечатлила там рыбалка. Сейчас пойду, пройдусь, посмотрю. Ну, по этому же залитому каналу. Ох, здесь вообще как ярко солнце светит. Вот он там течет снизу. Не знаю, видно, нет. Сейчас пройдемся, посмотрим, что там дальше у нас. Ну вот, кстати, вот окошко есть. И вот еще интересное прям. Но ветки свисают. Не знаю, получится ловить, нет. Вот, посмотрите, какой здесь канал. Берег очень высокий. Я сижу прямо на отвесном вот таком
Здесь все зальется, наверное, до конца, даже не знаю. Дерево поваленное. Вот окошко небольшое. Сверху ветки, но удочка трехметровая, в принципе, я думаю, должно быть хватить. Вот здесь вот окошко небольшое прямо. Там побольше, но там ветки вообще свисают. Невозможно будет ловить. Давайте здесь попробуем. Только я не знаю, как здесь снимать поплавок. Но пока стоит просто. А здесь такое более прям антуражное какое-то место, необычное. Все в деревьях, вода только залилась. Метров 50 оттуда дальше, с реки. Ух ты, что это такое? Карась, 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 карась. Смотрите-ка, карась попался первым делом. Неплохой карасик такой. Вот он, первый рыб. Кто-то там пробует. Опа. Есть. Ух ты. Вот она и вобла. Тут же. И сошла. Блин, зацепился. Эти ветки здесь, да. Ё-моё. Шла в обла. Поклевки не частые, никак там постоянно, но хотя бы такой мелочи нету. Что ж там водит так? Окушок. Вот. Еще и окунь попался. Мелкий, правда. Ух ты! Да что ты будешь делать? Опа! Это уже интереснее. Вобла. Густирука там возьму. Все равно приятно здесь, конечно. Приятно здесь сидеть. Такая листва уже зеленая, прям ярко-зеленая. Вокруг бушует ветер сильный, а здесь тишина, спокойствие. Только птица и шум листьев. Все. Опа! Ох, какая вобла хорошая! Меня эти ветки уже замучили.
Смотрите, какая. Вот это уже вобла, прям вобла. О, какая. Красотка. В общем, потихоньку-то ловится. И главное, что приятно, вот такое маленькое окошечко среди вот этого вот растительного мусора. Ветки навалены, деревья. Сидишь, ловишь. Оп-оп-оп. Вот. Вот это поклевочка. Ах, за коряги завело. Да, блин, от этого больше всего боялся. За коряжку завело. Ё-моё. Чё ж там такое? Опа. Это как так получилось-то? А, вот. Вобла. О, заодно корягу сейчас уберу. Вот она. Причем неплохого такого размера. Хорошая вобла, нормальная. Фига завела. Но вобла, она такая мощная рыба. Тащит отлично. Пока я снимал поклевку, прям завела. Заметил, на верхней чаще ловится вобла. Так, я тут сейчас корягу это убрал. Наверное, шороху навел. Вобла. Тут нормальная вобла. Главное, чтобы не ушла. Нет, хорошая вобла. Средняя, я бы сказал. Не крупная явно. Здесь все время цепляется у меня. Все время смотрю на это дерево, вот это сверху. Видите, здесь ветка лежит. Не ветка даже, а ствол. Он такой раскидистый. Вот его шатает, шатает. А оно так под наклоном на меня прям. Упадет? Нет. Надеюсь, что не упадет. Это будет печально. Надо перезакинуть. Вот так вот. Все, надеюсь. Может, что покрупнее, конечно, клюнет. Вобла, как видите, нету. Особо так поклевывает, но вообще ерунда. Это только-только начала сюда вода заходить, вот тут все поднялось. Вот у меня как раз поклевка сейчас идет. Ну, может быть, что-нибудь, какой-нибудь сазанчик клюнет, может, еще карась возьмет, не знаю. Хочется что-то еще поймать покрупнее. Ну, смотрите, все равно клюет. Хоть с этой корягой, хоть без. И опять туда, в этот, в топляк уводит. Ух ты. Красота. Опять под корек. Кто это там такой? Что-то не пойму ничего. А, это окунь. Такой окунь неплохой, кстати. Попался. Да ё-моё. О, заглотил нормально прям. Туда, в жабры прямо. Ну, да, придется забрать его, наверное. Ну ничего, посолю. Вот она, поклевка тут же. Поклевывает, самое главное. Там, где воды вообще не было. Очень приятно. Вот, смотрите, какая поклевка классная. Ух ты! Вот и карась еще один. Вот это класс. Вот это класс. Чуть поменьше, может быть, но все равно классный. Но со дна взял, как обычно. Как обычно, карасик берет со дна. О, карасей половить — это одно удовольствие. А вон там дальше, по этому каналу, по этой микроречке, на стволе черепах сидит. Это максимальное увеличение.
прогрелась. Воздух прогрелся. Черепахи тоже вышли погреться. Вот это поклевка. Ты как повело. Нифига себе. Еще один карась. Карасик. Блин, здесь ветки. Ах ты. Смотрите, как тащит. Вот она. Вот это красавчик попался. Опять на нижний, кстати, смотрите. Ну, это, по-моему, поболее, да? Ух ты, тихо, тихо. Не, это прям хороший карась. Вот, в полку карасей еще прибыло. На этом, я думаю, хватит. Сегодня я недолго сидел, где-то сейчас 10 часов, ну где-то 2 часа точно. Вот такой улов. Вобла. Вобла, не знаю сколько здесь. Вот это же самое крупное. Ну, немного, короче, вобла здесь, в принципе. Вобла еще пока сюда не зашла конкретно. Вот густерка. И караси вот порадовали. Три карасика, самые крупные. Немного я поймал, не знаю, сколько здесь вообще. Килограмм. Килограмм 3, наверное, максимум. Чуть-чуть совсем. Но все равно результат есть. Наконец-то вода пошла, вода стала подниматься. И она уже заходит, уже зашла даже. Вот такие небольшие водоемы, ереки, каналы, как их еще назвать. Прекрасная сегодня рыбалка здесь была. Воблы пока здесь мало, вода еще будет подниматься, и она сюда будет заходить. И здесь через пару дней, скорее всего, прям рыбалка будет отличная. Надо будет еще раз попробовать. Потому что здесь даже просто приятно находиться. Посмотрите, у нас столько деревьев, мало где встретишь. А здесь прям такой лесок небольшой. В очередной раз прошу вас подписаться на мой канал на Яндекс.Дзене. Канал хочу развивать. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте свои оценки. Сейчас это очень важно для меня. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Пока. Я домой. Вот такое здесь дерево завалено. К этому месту, когда подходишь, смотрите, какой огромный ствол. Мхом заросший. Вот это дерево. Жалко, что упало. А здесь просто лесок.